пришел? Это же наш дружок, поросеночек. И выходи к нам, поздоровайся с ребятами. Здравствуйте. Поросеночку мама прислала подарок, и он хочет, чтобы мы открыли его вместе. Ну что ж, показывай, нам тоже интересно. Ой, ребята, посмотрите, какая красивая красная коробка. И бантик тоже красный. Можно мы ее откроем? Хорошо, спасибо. Давайте откроем и посмотрим, что внутри. О, там конструктор. Конструктор у нас состоит из квадратов и треугольников. Они отличаются по цвету. Посмотрите, какие они яркие и красивые. Поросеночек хочет с нами поиграть. Он предлагает собрать разноцветные домики и подобрать к квадрату треугольник того же цвета. Давайте поиграем. Давайте найдем красному квадрату красный треугольник. Это красный треугольник? Нет. А это? Тоже нет. А где же у нас красный треугольник? Вот же он! Соединяем. Ой, какой красивый дом у нас получился! Теперь найдем треугольник синего цвета и соберем синий дом. Где же он, ребята? Правильно, вот он. Оп! Вот такой синий дом у нас получился. Теперь найдем треугольник зеленого цвета, чтобы сделать зеленый дом. Это он? Нет. А это? Да, правильно. Оп. Вот какой у нас дом зеленый получился. И остался у нас желтый квадрат и желтый треугольник. Какие красивые домики у нас получились. Давайте посмотрим, какой домик выше, а какой домик ниже. Синий дом у нас самый высокий, а желтый дом ниже. Зеленый дом ниже, чем синий, а красный домик он тоже ниже. Вот такая красота у нас получилась. До свидания, ребята. Пока-пока.